Сейчас мы находимся на первом участке Крымского моста, где тестируем работоспособность системы наружного освещения, проверяем фазировку, а также уровень освещенности смотровых ходов и железнодорожных путей. Когда железнодорожная составляющая Крымского моста начнет работать, система наружного освещения будет работать в автоматическом режиме. То есть все светильники будут включаться при наступлении сумерек, то есть при снижении уровня интенсивности солнечного света, и отключаться с наступлением рассвета. На железнодорожной составляющей Крымского моста устанавливаются 2500 опор освещения, которые устанавливаются шагом от 13 до 16 метров. Шаг выбран из расчетов проектного института для обеспечения равномерного освещения и железнодорожных путей и смотровых ходов. Монтаж опор освещения на Крымском мосту в настоящее время продолжается. На сегодняшний день установлено 1900 штук и остается около 600.